Я устал. Я усталый. В это время я уже устал. Озвучка Джейкуб представляет. Я думаю, что это как-то странно. Я думаю, что слишком низко. Подождите минутку. Мне кажется, что это странно выглядит. Это неправильно. Это должно быть вот так. Вот так. Привет. А для чего я пришел сегодня? Я не посмотрел Шучита, в который был Чимин. Я специально не смотрел, потому что хотел посмотреть с вами. Я уверен, что вы все его уже посмотрели. Сегодня Чонгук снова с алкоголем. Ребята, я недавно купил соломинки. Недавно я работал над музыкой один. Я испытал нечто странное. Сейчас я... Как в прошлом, так и сейчас я много работаю. Так что я могу найти свой собственный звук. Я работал. Мой голос вышел очень хорошим накануне. Но на следующий день ничего хорошего не вышло. Я мог использовать нижние голосовые связки, но не мог использовать верхние. И так как мое горло не болело, мне стало интересно, что происходит. Я смотрел видео и прочее, почему это происходит. И я увидел, что существует соломенная практика. А могу ли я назвать это соломенными вокальными упражнениями? Я не знаю, как это называется, но используется соломинка. И Сэм Смит тоже. Он тренируется с соломинкой, чтобы реабилитировать горло. Я видел, как он тренировался. Я тоже подумал, что должен это сделать. И из-за этого я купил около 500 штук соломинок. 500 штук. Итак, я кусаю соломинку весь день. Мой голос тоже сейчас не работает. Моя верхняя часть не будет работать очень хорошо. Так всегда. Когда мое горло немного активизируется, тогда это начинает работать. Но сейчас нет. Раньше выходило очень хорошо. Но сейчас не выходит. Это из-за алкоголя? Я так не думаю. Так или иначе, я купил соломинки из-за моего голоса, но они идеально подходят для хайбола. Это трудно пить из-за льда, но так как у меня есть соломинка, на дне ничего нет, так что там очень красиво и чисто. В любом случае, с какой песни я начну сегодня? Во-первых, мы собираемся начать с песни. Я наткнулся на одну. Хейс сделала кавер на песню «Still With You». Итак, я видел, и она сделала это около 10 дней назад. Видео вышло. Я удивился, почему она это сделала, и увидел, что она говорила об этом по радио. Она сказала, что хочет написать такую песню для своих фанатов. Это стандарт, который она имеет в виду. Во всяком случае, это очень высокое пение. Она сказала, что именно поэтому она написала эту песню. Итак, эта песня... Мы немного послушаем эту песню, а потом пойдем смотреть Шучито. Спасибо, Хейс.
Ты очень хорошо подходишь к песне. Ты идеально с этой песней. Хорошо, а сейчас мы... А теперь? Я думаю, что видео появилось. Кельвин Кляйн, да? Видео должно было уже выйти. Да, это случилось. Я правда. Действительно. Если вы посмотрите на мое нижнее белье, у меня есть только Кельвин Кляйн. Это действительно так. Я сейчас абсолютно искренен. Да, Кельвин Кляйн. Я должен был это сказать. Когда я стал амбассадором, или когда я стал моделью для рекламы, если я делаю это в группе, а впрочем, это... Есть и корпоративное, и личное предложение, понимаете? А мы должны соответствовать и придерживаться этих правил. Когда дело дошло до того, что я работаю один, я решил рекламировать то, что действительно мне нравится. То, что я правда покупаю за свои деньги. Давайте делать то, что нам действительно нравится. И в плане одежды тоже. Я могу показать вам, что мое нижнее белье все Кельвин Кляйн. Я могу показать вам, что у меня есть. Но это будет немного странно, чтобы показывать вам это. Во всяком случае, мне очень хотелось сделать что-то подобное. Но в это время Кельвин Кляйн, ну... Они связались со мной, и это сработало очень хорошо. В любом случае, видео появилось, так что я могу поговорить об этом, верно? Нет? Верно? Я могу поговорить об этом, верно? В любом случае, я... А мне очень нравится Кельвин Кляйн, правда. Я очень люблю его. И на этот раз... Нет, не это. А вы видели, если вы посмотрите на это видео, я ношу джинсы поверх джинсов. Джинсовая ткань на джинсовые ткани. Это джинсы на джинсах. Я всегда носил только нижнее белье этого бренда. Но в этот раз я носил и одежду. Одежда тоже была такой красивой. Так что, я думаю, я тоже буду ее часто носить. Есть кое-что, о чем я задумался недавно. Да, я не интересуюсь одеждой и люблю черный цвет. Поэтому я просто решил носить всю черную одежду и буду делать акцент только на туфлях. Итак, недавно я выбросил всю свою цветную одежду. Я избавился от нее. Но теперь я буду носить джинсы Кельвин Кляйн. Во всяком случае, правда. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Вам может быть грустно, потому что видео короткое. А для меня это тоже волнительно. Когда это видео выйдет, я, наверное, буду смущен или, вероятно, буду застенчив. Я думаю, не точно, но предполагаю. Я думаю, что вам это очень понравится. А вот что я думаю. В любом случае, пожалуйста, ждите этого. А я стал амбассадором Кельвин Кляйн. Поэтому, пожалуйста, проявите большую поддержку. Я чувствовал себя очень хорошо во время съемок. А я... А что я должен сказать? Я думаю, что мое отношение отличается. Я думаю, что мое отношение изменилось. А мне не было скучно во время съемок, и это было весело. Конечно, я должен был сидеть на диете в это время.
Так что это было довольно сложно. Но этот бренд, который мне очень нравится, это было весело. В любом случае, пожалуйста, ждите этого. И на этом мы закончим говорить об этом. Нам нужно смотреть Шучито. Шучито. Чимин. Почему Чимин не выходит сразу? Шучито, Чимин. Ой, почему не всплывает? Почему он не выходит? Почему не всплывает? Не подошло? Только тизер подошел. Нет, нет, нет. Нет, это не то. Почему это вдруг всплыло? Хён, прошу прощения. Извини. А нет. Почему этого здесь нет? Не вышло. Разве это не вышло еще? Оно же вышло. Подождите, подождите, подождите. Подождите. Остановись на секундочку. Не-не-не, нет, нет. А я думаю, что оно вышло уже. Разве нет? Нет? А, вышло, вышло, да, оно здесь. А, напугали меня. Оно вышло. Вышло, вышло. Все закончилось. Это было весело. Я смотрю ваши видео. Нет. Я смотрю, но комментарии продолжают появляться. Я не смотрю, но почему вы продолжаете оставлять комментарии? Руки не болят? Идите и отдохните. Отдохните. Вы можете просто смотреть, не нужно ничего писать. А, только друг другу, если что. Я тоже хочу увидеть вас. Верно? Я бы хотел поговорить с вами, видя ваши лица. Я так устал сегодня, но я не хочу спать. Я не могу заснуть, как в прошлый раз. Мне нужно прийти в себя. Я говорю это снова и снова здесь. Это нет нужды оставаться здесь. Я говорю это снова и снова. А вы всегда должны использовать свое время для себя. Вам нужно поспать, если вы устали. Почему я не сплю, когда я устал? Почему я достал алкоголь, хотя я так устал? Я стал зависимым? Это не так. А это Set Me Free. Чимин! Чимин. Почему не выходит? А, да, я тоже видел этот пиксит. Было весело. Ребята, я думаю, мне нужно пойти и заняться своими делами. Я почти закончил пить. Я пойду. Мне вдруг захотелось пойти поработать. Я пошел. Я думаю, мне нужно что-то сделать сейчас. Тогда пока.
Пока-пока. Я собираюсь пойти и поработать. Пока. Это была озвучка Джей Куб.